13 сентября в ходе проведения внеочередной сессии Совета коллективной безопасности по ситуации, которая сложилась на отдельных участках или в отдельных районах на границе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, значит, было предложено президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, значит, направить в Республику Армения миссию Организации договора о коллективной безопасности. Это предложение было единогласно, единодушно поддержано всеми главами государств. Вот. Миссия сформирована, она как бы возглавляется генеральным секретарем и начальником Объединенного штаба, но с учетом того, что генеральный секретарь сейчас принимает участие в других международных серьезных мероприятиях, в частности, приглашен на саммит Шанхайской организации сотрудничества, поэтому его вылет будет и прибытие в Республику Армения позже, вот, предполагается на следующей неделе. То, что касается начальника Объединенного штаба, то по завершении, значит, нашего сегодняшнего вот этого мероприятия я выезжаю на аэродром и вылетаю в Республику Армения с группой должностных лиц Объединенного штаба. В нее включены представители всех государств-членов АДКБ, и сегодня к вечеру мы будем в Ереване.